До конца года населенный пункт Шумиш Аральского района будет обеспечен питьевой водой. В рамках программы развития регионов на строительство системы водоснабжения в ауле из республиканского бюджета выделено 297 миллионов тенге. В ауле Шумиш проживают свыше 500 семей. Все это время сельчане таскали воду из водонапорной башни. Летом на тележке, зимой на санках. Теперь все эти трудности останутся позади, так как в аул протягивается водопровод. Начали строительство. Обещаю до конца ноября завершить все. И тогда в наши дома придет питьевая вода. Конечно, население радо этому. Спасибо за заботу. В самом ауле уже раскопано около 6 километров проложенной трубы. 112 жилых домов и ряд социальных объектов будут подключены к водопроводу. Установлены в них водомеры. Ознакомившись с ходом работ, аким района поручил проводить работы качественно и завершить их в установленные сроки. В целом все делается для улучшения качества жизни наших сельчан. Население ждет этого события. До декабря завершим все работы. Вода в дома будет поступать 24 часа в сутки. Таким образом, уже в этом году сельчане будут обеспечены чистой питьевой водой. Мирам Кулькинджибекова, Камжан Жолтаев, Бауржан Кужамратов, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.